Ну, зовут меня Роман Ерокин. Я живу под Москвой и работаю инженером обработчиком компьютерной информации. Но решил пройти тестиатрический гипноз, потому что, ну, не все в порядке. Я ощущаю в общении с людьми, как-то не всегда могу говорить на те темы, которые я хочу, не всегда они могут говорить на какие-то другие темы. Я хочу, чтобы все это было более гармонично у нас с ним. Но результаты получал от тренинга очень хорошие, я считаю, для себя. Потому что, во-первых, я стал более открытый, более могу, так сказать, ну, ясно выражать свои мысли, что я хочу, что я не хочу. И так получается, что люди, с которыми я общаюсь, невольно прислушиваются к моей речи и делают то, что я, так сказать, захочу. То есть налаживается больше, более плотный такой контакт. Но главное, что я, главная фишка, наверное, которая мне понравилась в этом тренинге, это включение, так сказать, бредогенератора. Это он очень полезен, и можно разговаривать, во-первых, на все темы, и потом можно внушать человеку все, что тебе надо. И очень полезная, по-моему, функция, она поможет в жизни очень даже сильно любому. Вот, ну, мелочей, которых не понравились на тренинге, просто нет. На тренинге понравилось все. Живем мы в прекрасных условиях. И занятия у нас приходят в прекрасном помещении. Ну, все отлично. Кормят тут на убой. Вот, ну, я рекомендую пройти достигаторский гипноз Павла Колеса всем, потому что, во-первых, выездной тренинг, ну, вы просто не можете себе представить то количество позитивной энергии, которую мы здесь получаем, и, соответственно, какие-то навыки профессиональные, которые нам даются, это вообще бесценно, то есть мы можем абсолютно спокойно говорить на любую тему, любое количество времени. Ради этого я уже считаю, что стоит пройти этот тренинг. А если еще и учесть, что с людьми ты, так сказать, будешь общаться на более короткой ноге, так сказать, и люди будут выполнять твои какие-то внушения, то это, наверное, вообще является главной причиной посетить тренинг Павла Колесова на Алтае. И главное, вживую.